Мене звати Володимир, я журналіст. Можете українською говорити, я розумію. Добре, дякую. Мене звати Володимир, я журналіст. Як вас звати? Олексій. Олексій, ви на обмін писали? Писав відмову. Ви не хочете на обмін? А, все зрозуміло. Яка у вас стаття? 111, 141 та 113. Державна зрада? Та диверсія. Та диверсія? Ви визнали покарання? Я, ну, на суді вину визнав. Вину? Так, да, визнав. Але там своя історія. А ви, ну, якби, маєте якесь каяття з приводу того, що ви зробили чи ні? Та каяття маю. Ну, я на суді щиро покаявся, визнав вину. Дивіться, це щиро-щиро, чи це так, щоб, ну, пом'якше термін покарання? Ні, насправді щиро, та як тут вже... Як тільки вийшов закон, що можна було писати помилування на, ну, щоб йти воювати, то я тоді написав. Ви писали бажання йти воювати? Представтесь повністю, як вас звати? Масленников Олексій Сергійович. Дата народження? 08.03.96. Звідки ви? Рівненська область, місто Вараш. Олексій Сергійович. Олексій, ви даєте добровільну згоду на запис і публікацію нашої розмови? Та згоду даю, але якщо можна, то... Ну... Без обличчя? Не можна. Ні, ну це просто не має сенсу. Великим рахунком. Добре, можна з обличчя. Справа в тому, що за великим рахунком ми пишемо це... Для того, щоб показати тій стороні, яка має забрати своїх людей, яких вони казали, що це їхні люди, вони їх там прийшли захищати, там російськомовні і все таке інше. Але є інша мета. З такими, як ви, можна, ну, поспілкуватися, які щиро визнали свою вину, можна поспілкуватися з приводу того, що ви зробили, щоб хтось інший не повторив ваших помилок. От так от, в такому контексті. У вас якийсь нервовий тік, я бачу. Так, з народження. Ну, з дитинства. З дитинства. Розкажіть, будь ласка, що ви зробили і стисло? Чому? Стисло розказати свою історію, чи... Що ви зробили і чому? Ну, хотів обдурити ФСБшників. Ну, попався на розробку СБУ. Оце найстисліша історія. Давайте докладніше трохи. Дали завдання, щоб, ну, спочатку фото, відео, фіксація, там, те, як я мешкаю поблизу атомної станції. Та друге завдання треба було замінувати. Це у Львові? Ні, Рівненська область. А, це Рівненська область, так. А яке місто? Вариш. Ага. Стара назва Кузнецовська. Угу, угу. Друге завдання дали, що мав за... Чекайте, а ви перший раз фотки їм скинули? Ось через це мені дали звинувачення державної зради. Не дивно, якби. Ну, ви розуміли, що ви це скидаєте ФСБшникам і скидали їм фотки атомної електростанції? Ні, фотки атомної, то... Як би сказати? В соцмережі інтернет, то ці фото знайти можна. Так, отак, а ви їх знайшли в соцмережі інтернет і скинули, самі не фоткали? Ні, сам фоткав, але, ну, можна сказати, такі об'єкти, що можна, ну, знайти в соцмережі. Якось так. Тут, розумієте, сам факт того, що ви їх робите і скидаєте, та я розумію. Виправдати це тим, що щось таке можна знайти в мережі, це я розумію. Але ж ви, ну, ви... Я так розумію, ви себе якби морально виправдовували тим, що, ну, що я їм скидаю, типу, да, фотки, нічого надзвичайного, їх можна знайти в мережі, правильно? На той момент так, а зараз... Мені важливо зрозуміти, як ви мислили. Зараз я вже розумію, що, якщо можна так сказати, був конкретним дебілом. Це лайк. Лайк під відео обов'язково поставив. Далі. Що далі було після? Який ще епізод? Державна зрада, це я зрозумів. Це ось. А диверсію дали за те, що мав замінувати високовольтну анкерну електроопору, яка знаходиться півкілометра від атомної станції.
І ви робили якісь дії? Мені назначили зустріч. Я пішов на зустріч. Представилися співробітниками ФСБ. Ви представили співробітниками? Вони представилися. Вручили мені сумку, в якій був, на вид, як вибуховий пристрій та телефон для детонації. І? Ви взяли, що ви намагались з ним зробити? Думали з ним зробити? Я відніс в лісопосадку. Там та лісопосадка, якраз там, де ті анкерні електроопори. Залишив, а на що ви її віднесли? Залишив там. Прийшов додому та заарештували. А на що ви її туди віднесли? Ваш мотив? Ну, не вдома ж залишати. Ну так. Логічно. Ви занесли її саме туди, де треба було підірвати. Майже. Це зручно, так. Якщо ви потім вже хочете реально підірвати, то зручно звідти забрати і піти вже підірвати. Логічно? Та логічно. Але думок таких не було. Дайте я спробую відгадати. Ви, типа, намагались кинути ФСБшників на оці всі пристрої? Круто. Ви так не робіть, окей? Да? Вам просто треба, може, було спочатку піти там в СБУ чи в поліцію, звернутися просто до правоохоронного, сказати, я геній схем, от таких, да? І от зараз я їх всіх... А головне, що між цими двома епізодами, от тоді в місті проводилися антитерористичні навчання, якраз мене хапнули СБУшники. Ну, бо в мене при собі не було документів. Там пробили, що я місцевий, типу, можна сказати, відпустили, але я попросив, щоб мене підвезли додому. Доки мене везли, там начальник оперативного відділу СБУ в мене, можна сказати, прямим текстом натякнув, чи я не хочу щось сказати. На що я відповів, що потім щось скажу. Але через деякий час. Попросив, щоб залишили свій номер телефону. Вони мені сказали, що вони мене знайдуть самі. Вони вас знають що? Знайдуть самі. А вони вас відпустили? Так. Просто провезли, да? Не хочеш нічого сказати? Ні, я не хочу. Потім скажу, дай там. Ні, якби в мене був їхній номер, то я б це подзвонив. Ну, я дякую співробітникам СБУ за роботу традиційно. Ви не хочете подякувати? Звісно. Дякуйте. Як важко. А? Не хочете? Ні, те, що вони працюють файно, це... Ну, скажіть. Панове співробітники СБУ, ви працюєте файно, дякую вам за те, як ви працюєте. Щось таке. Їм ж буде приємно. Та вони самі знають, я вже їм казав. Самі знають? Ну, окей. Скільки дали вам? 7,5. Родина є? Мати. От на що ви, Олексій, наробили такої... такої? На що ви наробили? Я вже вам сказав. Та я чув. Ким був. Треба закликати, да, всіх, щоб не повторяли ваших помилок. Можете якось, ну, звернутися? До кого саме? От нас дивляться глядачі, і може там бути такий самий Олексій, який думає там когось там, ну, провернути якусь таку геніальну схему. Ви скажіть, щоб так не робили. Люди, моя вам порада, ліпше такого не робіть. Ліпше. Бо дуже погано скінчиться. Добре. Все. Но. Я дякую вам за розмову, за цю. Скільки ви вже відбули покарання? 5,5. Місяців, так, вже? 5,5. 5,5 років? Ну, вчора розбив 2 роки. Присядьте, будь ласка, ще на хвилину. Я думав вас на початку, я думав вас в 22-му році затримали. Ні, мене аж в 18-му. В 18-му? В 18-му році затримали. Вже 5,5 років ви відбули. Так. УДО,
Є по вашій статті чи нема? УДО, помилування, що? Ну, помилування, звісно, там не буде, по УДО закону, є. По законодавству то є. УДО є. Але є. Зараз о, такий час, самі розумієте. Ну, можливо, з урахуванням вашого щирого каяття, може вам там піврочку і скине суд або рік. А, можливо. Тому що по законодавству, ну, я так... Ні, просто я не розібрався, є статті оці зараз, по яким просто нема УДО і все. По вашій є, ви дивилися. По моїй? Да. Ні, по вашим. УДО, під УДО попадають всі статті, бо там треба відсидіти певну частину строку. А вже помилування, це вже інше. Я інше, УДО. Інше під УДО потрібно. Добре, розберемося. Все. Пишіть УДО. Я вважаю, що ви, ну, суб'єктивно, я вважаю, що ви вже якби зрозуміли. Давно. Давно вже, так? Да? Бачите. Що ви так важко якось? Та я бачу, буде якась клоунада. Клоунада? Вибираю слова, як вас називати. Мене звати Володимир, я журналіст. Посвідчення, на жаль, залишаю при вході. Можу показати свій канал, який я веду вже 5 років, ще до повномасштабного вторгнення. А ви по національності хто? А? По національності хто? Українець. Українець? Ну так. Да. А ви думали, хто? Ні, я думав, це той, хто стравлює слов'ян між собою. Стравлює слов'ян? А хто він по національності? Ви знаєте, я не хочу казати. Я не знаю. Ви ж не глупа людина, знаєте, отлично, хто стравлює слов'ян. Для вас природньо українською спілкуватися чи російською? Ну, у мене коло спілкування російськомовне весь час. Хорошо, добре. І ви... тому, що я сидів в цьому... СІЗО, там всі 90% російська мова. Хорошо, добре. Ви на обмін писали? Ні, я не зійшов з ума. А ви не хочете на обмін? Та на що? Мені, як я прийшов, як мене в СІЗО запроторили, то через майже через через тиждень, коли до мене прийшов робітник СБУ і казав, щоб я йшов на... Ви можете по-русски говорити, тому що я вижу, що ви... А, добре, я сказав, щоб я йшов на обмін. Ну, я його... Тобто, я не послав, але сказав, я моментально навіть... Понял. Не брав минути на роздум'я, навіть секунду не брав на роздум'я. Короче говоря, ви... у вас про російська позиція, ребят? Ну, ні, у мене про... скажімо так, позиція, то, що... проти тих, хто стравлює слов'ян між собою. Стравлює слов'ян між собою. Ну, моя позиція така, що смотрите, служити тим тварям – це безглуздя. Розговор для розговору не інтересує, так? Да? У вас яка взагалі стаття? Стаття 110 політика. Мені одразу СБУ сказали, що це політика. Стаття 110 – спілкування по інтернету. Однокласники, Фейсбук. У мене страниці, к сожалению, були відкриті. Тобто я відкрита людина, тому я і не знав, що треба. Було закривати страницю, щоб ніхто там не заходив чужий. Так, пообщаємося з вами чи ні? Так, раді Бога. Ну, ми під запись. Під запись для публікації, то есть таким образом. Ну, давай. Да, вам мікрофончик. Щоб було вас нормально слышно, это раз. Ваша стаття – це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Правильно? Від 3 до 5? Мені казали, що з 5 до 10. Ну, якщо так, це... Ні, так тут, даже... тут же є... це перша частина. Перша частина. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституції України, а також публічні заклики через повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою з групою осіб, або у поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, карається від 5 до 10 років. У вас, мабуть, друга частина. Друга частина. О, добре. Бо вироку ми вашого не бачимо і будемо це вірити правильно. Вам на слово. Добре. Тепер треба поставити трошки сюди. Тоді
представтесь, як вас звати, прізвище, ім'я, по батькові. Сергій Стрічков Ніколаєвич, 63-го року народження, 27-го, 11-го. Угу. Откуда? Народився в Львові і весь час проживав в Львові. Угу. Тобто я нікуди не виїжджав, ні в Росію, ні в Польщу, ні в інші країни, як це роблять багато кількість, які вважаються для патріотами України, які їдуть на заробітки. Вирішені сходу покидають, навалі, і покидають Україну, покидають приділи України. Покидають, покидають ноги. І з огромним удовольствием покидають. У мене такого желання ніколи не возникало. Ну, я так. Тут родился, і я вважаю себе патріотом своєї України. Може бути, не той влади, що захватила власть в Україні в 2014 році. А Янукович лучше був? Ну, при ньому не було війни. А прийшли к власті ті, кому війна була необхідна. Тобто ми виноваті, що Росія на нас напала? Ну, коли ви голосували за тих тварів, що були на Майдані, що під їхнім руководством, їхніми провокаціями були вбиті люди. То ви, наверное, виноваты, что вы были за такую власть, которая привели Украину к войне. Мы виноваты, что Россия на нас напала, правильно? Мы, вы, я тут родился. Ну, я обобщаю нас, мы украинцы виноваты, что Россия на нас напала. Но мы виноваты, что мы избрали такую власть. Из-за которой Россия напала на нас. Наша власть вот эта вот виновата была, что Россия на нас напала. Ну, власть Порошенко, скажем так. Власть Порошенко Майданна конкретно власть. Виновата Майданна в том, власть. Что Россия на нас напала. Майданная власть, которая делала все возможное, которая вымаливала и выгрызала у России, чтобы Россия напала. Буквально вымаливали всю войну. Каким образом, расскажите? Провокациями. Какими именно? Томасами, всякими безглуздыми, всем, что раздражало. Томас был, не помню в каком году, но значительно позже вторжения. Но делали все возможное, чтобы раздражать Россию. Делали все возможное, чтобы довести ее до ярости. Что делали они такое, чтобы Россия имела моральное право вторгнуться? Достаточно посмотреть ролики в Ютубе, начиная с 2014 года, когда власть мерзавцев пришла к стране. Какие ролики в Ютубе? Ну, вы можете излагать свои мысли? Я не обладаю такой феноменальной памятью, чтобы можно было мне запоминать название роликов. Поэтому я вам их... Так а ролики сами по себе меня не интересуют. Меня интересует суть. Меня интересует, почему вы сделали то, что вы сделали. Как вы к этому пришли? А что именно сделал? Что я... Вот до этого мы еще дойдем сейчас. Да? Что я пытался соображать самостоятельно, а не будучи кольцом... Ладно, хорошо. Давайте тогда с этого начнем. За что конкретно вы сюда попали? Сколько вам лет дали? 5 и 6 месяцев. 5 лет и 6 месяцев? Да. За что? За что? За лайки, за то, что я писал заметки в интернете, в Одноклассниках и в Фейсбуке. У меня было только 2 сайта, Одноклассники и Фейсбуке. До других я просто, мне были непотребны, было я понятно. Может, и не дорос, и мне было не цикаво. Да, за мое собственное мнение, которое, кажется, не нравится тем, кто защищает эту власть мерзавца. А какого содержания были посты, которые вы писали или репостили, или которым вы ставили лайки? Их суть? Ну, они были резко отрицательные против майданной власти. И тех, кто эту власть защищает. Резко отрицательные. Так, ну, смотрите. Вот, например, у меня постов с критикой Порошенко было достаточно. Есть очень много людей, у которых достаточно постов с критикой Порошенко. Но без при этом поддержки российской агрессии. Я, например, то есть может быть конструктивная критика власти, Порошенко, Зеленского, любой другой, да, но без поддержки российской агрессии. У вас была поддержка? Прямой поддержки агрессии не было, и даже и в помине быть не могло. Потому что это безглуздие. Потому что я тут родился, и зачем мне поддерживать тех, кто, говорится, напал и сделал... То, что, кажется... Вот поэтому, не видя сути обвинения, не видя вашего там приговора, хотя бы элементарно, да, я решил поговорить с вами на общие темы. Ну, да? Скажем так, да, чтобы я понять вас. Да, чтобы понять, я просто писал свои заметки в издевательском тоне против власти. Ну, естественно, и против тех, кто поддерживал эту власть, кто эту власть защищал. И, естественно, это выливалось на АТО, скажем так. Угу. Те, кто участвовал в АТО. То есть вы и участников АТО. АТО я критиковал тех, кто защищал эту власть. Для меня, кто защищает власть мерзавцев, они не могут быть людьми, которых можно уважать. Так они что, были реальными? Они не Украину защищали. Они были реальными участниками АТО? Кто? Эти люди, которых вы критиковали. Нет, конечно. Я просто обобщал. Чтобы кого-то там реально я и там
по имени, по фамилии я никого не этого, даже близко не могло быть. Было просто обобщение. Хорошо, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к российской агрессии, начиная с 2014 года? Ну, к сожалению, резко отрицательно. Можете более широко рассказать свои мысли? Ну, скажем так, что у меня, кажется, если кто зайдет ко мне на сайт в... Ой, в Одноклассники уже никто не зайдет, но хотя бы в Фейсбуке. У меня очень много статей, кажется, которые нелицеприятны против правительства России. И то же самое против правительства Украины. То есть, начиная с Порошенко. До Зеленского я Зеленского не касался, потому что я знал, что это бесполезно, что это... Ну, они, кажется, идут по пути Порошенко, поэтому что толку было критиковать? Я критиковал первый источник, начиная с 2014 года и власть Порошенко. Угу. Да. Ну, вы не можете привести толком примеры, как именно мы там спровоцировали Россию, да? Ну, Томас, вы сказали, это было позже. Нет, что ну, примеров я не семи пядей во лбу, чтобы приводить такие примеры. Ну, скажем, что, кажется, вся политика Украины, даже начиная с Януковича, она вся велась на том, что раздражать, кажется, ну, того, кто сейчас на нас напал. То есть, кажется, воровство газа, воровство что там, нефти, все такое, это, ну, это всем известные факты, скажем так. Воровство газа и воровство нефти? Ну, во всем мире принято так. Если твой партнер непорядочный, я сейчас не подтверждаю ваши слова и не опровергаю. Ну, я просто вот привожу такой... Вы вопрос. Можете вспомнить, сколько там критики было против Тимошенко и ряда... Да я веду к тому, что крала Тимошенко газ или не крала. Условно, для примера, да, можно разорвать отношения или установить какие-то дополнительные методы контроля. Но это же не дает права нападать, бросать ракетами в мирные города, аннексировать территории. Ну да, это не дает, но это, если немножко поразмыслить, то это ж, до какой степени нужно было довести так... России, чтобы она так себя вела. До какой видите, степени? Видите, у вас все сводится к тому, что мы довели как-то вот Россию до какой-то такой степени, что она прям напала. А я думаю, и меня здесь в этом смысле поддержат, слава богу, 99,9% украинцев, что Путин просто настолько сошел с ума, что решил это сделать, а не мы его довели. Да? Потому что у нас отдельная страна, и мы себе здесь имеем право жить, как мы считаем нужным. А вот этот шизофреник... Решил просто бросить все свои войска для того, чтобы захватить столицу Украины. В противном случае объясните мне, что эти войска делали под Киевом после 24 февраля 2022 года. Ну, может, они просто думают иначе, чем вы. Да, конечно, они думают иначе. Может, они думают, что Украина – это неотъемлемая часть России, поэтому конечно, они сюда конечно. И пришли. Только мне, как и 99,9% украинцев, на их мнение абсолютно безразлично их мнение. Потому что мы отстаиваем свою территориальную целостность. Ну да, вы оставите ту территорию, которая вам досталась. То есть, которую вы не завоевали, где... Слава богу, мы не пытаемся отстаивать ту территорию, которая нам не досталась. Да. Ну да, вам достался очень огромный кусок. Поэтому кому вы нам? Отстаиваете. Так вы же говорите, вы патриот. Я не патриот этой власти. Так, а почему вы говорите, вы отстаиваете Украину, которая вам досталась, а не нам досталась? Нам же с вами досталось. Нет, но я разделяю, я делаю, кажется, разделение между собой и вами, то есть теми, кто почему? Защищает эту власть. Причем здесь власть? Я потому могу бесконечно относиться. Так я могу. Нет, вы не можете, вы этой власти служите, вы этой власти пишете, вы этой власти поете дифирамбы. Поэтому вы не можете резко относиться да к власти, которая вам, кажется... Да что вы говорите? Правда? Я пою дифирамбы власти. Можете показать пример? Ну, я думаю, что, кажется, и ваши, кажется... Да? То, что вы популярный журналист, может быть, это что тоже... Что вы говорите? Говорит о том, что вы, кажется, на стороне этой власти. Нет, это не говорит ни о чем. Вот мой канал, покажите мне здесь дифирамбы власти. Я не знаю, я никогда не был. Ну, можете этом. Пролистать, посмотреть. Владимир Золкин или... Да, Владимир Золкин. Золкин. Да. Вот мои видео на этом канале. Вот 5 лет я его уже веду. Есть как критика, есть так и поддержка. Только не конкретно власти. Потому что конструктивная критика, это когда ты концентрируешься не на персоне, а на происшествии. Или же на каких-то вещах, о которых ты говоришь. Но это не критика ради критики.
и не дифирамба ради дифирамбов. Это мнение. Ну хорошо, может быть. Да, вы правы. Только я себя от Украины не отделяю, в отличие от вас. Ну, я люблю свою Украину. Но не на вашу так, Украину не напала ваша. Россия? На мою Украину Россия не попадала. То есть вот эти вот все прилеты, которые в том числе и в Львовскую... Моя Украина... Это не ваша Украина. Моя Украина закончилась в 2014 году, когда к власти пришли мерзавцы. А где же вы живете? Я живу в Украине. Так она же закончилась. Ну, скажем... Ну, может быть, я неверно выразился. Я Давайте верно. Не обладаю таким количеством языком, понятно. У меня, я, можно сказать, косноязычный, поэтому мне трудно подбирать слова. Ничего, это нормально, это бывает. Видите, я тоже косноязычный. Ну, нет, как-то мы общаемся и все равно приходим к какому-то общему пониманию. Нам надо дать понимание. В моей Украине войны не было. И войны не могло быть, пока не свергли Януковича и не сделали все, чтобы была война. То есть вы имеете в виду в Украине, которая осталась в вашем сознании, такой, какой вы ее видите и видели? Пока был бы Янукович, пусть он, говорится, мерзавец, но он меньше мерзавец, чем те, которые пришли к власти. Он намного меньше мерзавец. Давайте... Потому что все были живы, никто не погибал. Давайте, знаете, смотрите, простой вопрос. Путин больше мерзавец, чем Зеленский? Ну, по той власти, которая ему дана, то он получается больше мерзавец. Путин все-таки больше мерзавец. Ну, конечно. Потому что ему дана большая власть. Фу, ну, хоть это ладно. Хоть на этом сошлись. Извините, но если вы, опять же, говорится, ссылаюсь, если бы вы смотрели бы мои, говорится, заметки, да, это плохо, то да, вы бы знали, что я очень критически относился к Путину, и я было очень много заметок. А у вас остались страницы ваши? Ну, у меня конфисковали компьютер, поэтому я не знаю, уничтожили они эти или нет. Но вы должны быть хотя бы на сайте Фейсбука Сергей Стричков. Бо я под своим именем. Вы кириллицей, латиницей подписаны? Сергей Стричков? Нет, кириллицей. Сергей или Сергей? Сергей. На российском языке. Меня это не удивляет. И вы всю жизнь прожили в Львове? Ну, я прожил во Львове. Это вы с ребенком вот? Да. Но, правда, говоря о том, что у меня, кажется, не очень подвешенный язык, поэтому я очень много, говорится, чужих статей туда. Это вы? К себе. Нет. А кто же это? Это я не знаю, понять не имею. Может, кто-то туда уже... Ну, я же спросил, ну, это вы себе? Это не, это у меня как бы в друзьях, наверное. Это вы не смотрите не там, это может быть друзья. Так не, ну Сергей Стричков, вот. Не, это вообще, я как может быть... Стричков вы, да, правильно? Стричков, да. Хотя я точно не помню уже, прошел в река, я не обладаю досконально. Тут один память. Сергей Стричков, второй военный. Точно не был. Должен быть, потому что, мне кажется, первый раз, когда вы там... Ну, тут в любом случае три фотографии и больше ничего нет. Этих людей я не знаю. Может, просто до фамилии. Эх, да, жаль. Почитать бы было бы более понятно. Может быть, канал уничтожен, сайт. Страничку, аккаунт. Понятненько. Истории все эти похожи друг на друга. Критика украинской власти. Прошу прощения. Сейчас, одну секундочку. Тут еще. На Фейсбуке у меня было несколько страниц, а не пропадали. Помогли нам. Так, на вас, кстати, давления же никакого не оказывается. Мы с вами спокойно, нормально разговариваем? Нет, сейчас да. Все, слава богу. Я про сейчас. Ну, это точно вы. Это я уже вижу. Так, ну это... Как? Аудиокниги. Любитель аудиокниги. Аудиокниги это нормально вообще. Вот, 19 листопада 21 року. Я не знаю, что здесь написано, вот читаю. Это же ваш пост. Да, все люди действиями своими относят себя либо на сторону тьмы, либо на сторону света. И пополняют собой станы света и тьмы. Ныне это разделение человечества становится все резче и резче, ибо время выбора подходит к концу, и каждый должен уже определенно примкнуть к полюсу тьмы или света. И ничего конкретного. Почему? Если бы вы почитали дальше, было бы конкретики больше. Давайте. Но вы не любите почитать. Эзотерических. Не.
Не любитель. Ну, почитай. Если вы почитаете, я послушаю. А то... Выбрать можно полюс любой, но уклониться от выбора уже невозможно. Разделение человечества происходит под действием космических сил, и потому противостоять люди сил не имеют. И никто не может стать в стороне, близится последний акт драмы планетной – огненная жатва. Сделавший выбор оставаться во тьме и со тьмой, не обязательно люди плохие. Не преступники, даже не мошенники, не скандалисты, не писают в лифте и часто душевные, добрые, даже лампочки в общем коридоре закручивать. Но по жизни сами усилия не делающие думать и к выводам не приходят. Сказали им носить маски и вакцинироваться, и за это они не потеряют привычных удобств, работы и много чего, не задумываясь, согласились покорно. И, ну, экран затемнился. Так нет, вы нажимаете на него, он будет высветляться, это что такое? Миллиарды во тьме, люди хорошие как бы, но темные. Вот тут, ну, это закончилось, я не знаю, может. А, все? Есть продолжение. Так я что ж конкретного? Ну, может быть, ну, можно... может быть, вы конкретики не верите. Не, я вижу мысли о том, что одни на стороне свет, другие на стороне тьмы. Одни на стороне тьмы, даже не понимая, что они на стороне тьмы. Да, и даже люди хорошие могут быть на стороне хорошие, тьмы, да. И люди плохие могут быть на стороне света. Могут, ну да, интересная философская мысль, только я не понимаю, как это относится, ну, к войне. Вы не там. Любите философию. А... О! Это что-то классное. И как от него избавиться? Как говорите? О Жидовинском иге и как от него избавиться? Послушай. Вопрос читателя. Но это не моя заметка, это я взял с YouTube. Ну просто ж так, любую... Вопрос монах Авель причислен мнением народных к самым мощным русским предсказателям. В мнении народа нашего монах Авель самый грозный и страшный предсказатель. Он предсказал точную дату смерти российской императрицы Екатерины II. Он предсказал точную дату императора Павла I. Он предсказал, что в 1812 будет гореть Москва, захваченная французами. Это кто предсказал это все? Монах Авель. Был такой реально, да? Я не знаю, это не моя заметка, я ее просто скопировал. Ну давайте дальше. Ну, так просто вот так проматываю, что уж. У меня просто телефон кнопочный, я никогда таким телефоном. А, не я думал, вы опытный юзер. Я не опытный, я даже чайник в компьютере, я знал только, как можно было не скачать, а хотя бы скопировать чужую заметку, которая мне была интересна. Ну вы же, просто я когда вас спрашиваю, реально ли был такой предсказатель, вы же должны были, наверное, проверить. Ну я слышал много раз о таком, я как бы слышал, поэтому кое-что запомнилось, что такой был. Вопрос, это кто-то задает, потому что я не знаю. Монах Авель причислился к мнению, сейчас. Предсказал также и Вторую мировую войну. Он сам предупреждал, что его предсказания зело страшные. И те, кто будут его читать... Да-да-да, наш... Ой, ничего. Здесь Ленин и Троцкий, да? Да. Ну, вы просто вот Да-да, это чужая заметка, это заметка из «Держава свет». Поэтому я, кажется, ее просто у себя оставлял. То есть я ставил лайк, чтобы она у меня оставлялась. Это не мои слова. Это репост называется. Ну да, это я репостил. Древние предсказатели говорили о тех игах татаро-монгольских, о польском, о самом смертном, страшном жидовинском иге, который будет терзать Россию и русский народ как скорпион. Первые два ига мы знаем из истории. О жидовинском в России законодательно запрещено говорить под страхом заключения тюрьмы или громадного штрафа. Офигеть. И все же хочется узнать, как устроено жидовское иго, если оно есть. Какие у него черты и особенности? Ведь открытого ига на себе мало кто испытывал. И вот так раз... И все же хочется узнать, как... Жидовинское иго – это не ложное утверждение. Оно родилось издревле, всегда было вхоже во все русские салоны. Интеллигенция, особенно во времена предреволюционного, затем и в тюремные круги послереволюционного периода. В интеллигентских кругах России и Европы было совершенно приемлемо говорить о жидовском перевороте, который произошел в Санкт-Петербурге, а затем по всему миру. По этому поводу сегодня снимаются документальные фильмы. Особенно этого явления заключается в том, что смельчаки, говоришь на эту тему в революции, после нее были убиты, либо посажены в тюрьму, что, впрочем, продолжается в настоящее время. Ну, мы считаем не мои слова, это чужая заметка. Вам это интересно? Мне интересно, когда уже дойдет до... Ну, да, об Украине согласен, не имеет, конечно. Это... из сайта «Держава света», поэтому... Посмотрите, кто находился у власти в СССР. Коммунистическая партия состояла либо из самих евреев, либо это были русские люди в политбюро.
то их жены были еврейками обязательно. Русские партийные начальники смертельно боялись своих страшных еврейских жен. Покорно исполняли все приказы своей жены, покорно рожали от своих еврейских супругов своих детей. Надо сказать, что результат таким смешанным браком были более чем неудачные дети. Они практически все имели свои пороки. И при особом воспитании вырастали в странных существ, которые не могли ничего делать самостоятельно, даже просто работать. Ими было... Даже просто работать. Ими были творческими людьми. Такая бредяка, знаете, это вот... Это же надо что нажраться, чтобы вот такое вот писать. Вы вообще себе представляете? Ну, почему же? Ну... Как бы, ну, рождались от браков коммунистов и евреек странные существа. Не, ну это да, это так, кажется, иносказательно сказано просто, чтобы немножко в издевательской форме. Ну, я думаю, так это многие... Это себе в издевательской форме. Тут на книгу текста. Ну, на такую, на хорошую брошюру. Ну да, поэтому никто их почти не читал. Я знаю, что даже я, если видел большие тексты, то я их никогда не читал. И думаю, что и так поступают все. Тут еще в конце ссылка. Подробнее здесь. То есть это еще не все. Ну и тут Ленин и Троцкий внизу. Ну, я думал, тут о нем будет конкретно написано. Если бы о нем было бы конкретно написано... Я, в принципе, вас и так бы, конечно. Я бы очень хотел бы... Ну, вы бы меня бы за это посадили. У меня новое... Вас? Я? Ну, вот за такие заметки. Да, ты в жизнь вышел. Ну как же, там я же там, ну, не я рассказывал, но я поставил лайк заметке, которая у меня появилась. Такими людьми должны психиатры работать, а не пенитенциарная система. Потому что, ну, просто была гражданка Хачатурова такая у меня на видео. Я думаю, что это была бы новая мега интересная рубрика брать людей, осужденных за статьи, связанные с коллаборационизмом, но противоположных взглядов. То есть у всех этих людей почти какие-то вот такие вот бредовые идеи, да, но у каждого свои. Например, одни там яро за Советский Союз, за коммунистов, а другие наоборот. И вот садить их рядышком, и чтобы они вот дискутировали по этому. Ну, я не до такой степени ярый, поэтому это просто... дискуссия. Ну, вы, может быть, и нет, а есть. Ну, мне было просто интересно, поэтому я и лайкал такие вот заметки. И они у меня отпечатаны на странице, и как много других. Так, дальше. Обращение к жителям России и Белоруссии. А это опять же сайт «Держава света», поэтому мне была просто интересная информация, которая там, поэтому я ее всегда у себя оставлял. Я вижу, что здесь текст подобный прошлому, поэтому с ума можно зайти. Ну это сайт, и вот не помню, или Ирины Ниловой, или... Ну, Ниловой, фамилия Нилова. О, Кедми объяснил, почему Запад хочет уничтожить Россию. Это вот уже ближе, да? Ну, скажем, да. Вот, скажем, вот на таких вот якобы и воспитывался, вот на таких роликах. Потому а вы что... знаете, что тот же Кедми после вторжения, да, поддерживал полностью вторжение России в Украину и... Ну, честно говоря, я уже не помню, кто такой Кедми, поэтому мне очень трудно. Это я не должен помнить, кто такой Кедми, а вы-то должны помнить, кто такой Кедми. Вы же вот в ролике его репостили. Честно говоря, до Кедми нет никакого дела, мне просто было... Делаем просто... Мне были интересны вот этот сайт, поэтому я... Вам в целом просто название, да, ролика объяснил, почему Запад хочет уничтожить Россию. А есть такой ролик? Потому что я не помню. Last вот ролик. Ага, хорошо. Ну, правда, тут я ничего нету, его. Может быть, он не стал. Это ничего нету, это просто не загружено. Нет, такого я ролика нет, не помню. Да, это видео недоступно. Может быть, уничтожено. Да, оно может, недоступно. Может, оно еще... Да, видео само по себе в Ютубе уже недоступно. Угу. Так что тут... Сказки богини Макоши о ловцах душ. Ну, мне было интересно, кажется, сайты именно о славянах. Фильм «Замысел», опять-таки, киностудия «Донфильм». «Донфильм» — это что? Ну, это что-то одно среднее между эзотерикой и фантастикой. «Братоубийство». Вот. А, нет, это какой-то блогер, поэтому просто... Да, он у меня был в друзьях, и я просто поставил лайк, чтобы не обидеть так званого виртуального друга. В общем и в целом ситуация следующего характера. Россия вторгается в Украину, начинает убивать людей еще с 2014 года. А для вас это все братоубийство и в общем... Ну, вот. Как же не братоубийство? Когда русские убивают русских. Когда в украинской армии очень много русских, и русские убивают русских, это мерзость.
неправильно выразился. Для вас это как бы какая-то паритетная история. Как будто бы Россия здесь ни в чем не виновна. А вот... Ни в коем случае. Ну, я не вижу я здесь... не обеляю такие поступки. Так ни одного слова осуждения об этом нет. Зато есть о том, что это братоубийство. Братоубийственная война, в которой как бы обе стороны паритетно виноваты в том, что они друг друга убивают. Ну, скажем так, виноваты те, кто их стравливает, и виноваты те, которые не дают себе труда анализировать информацию, анализировать то, что происходит вокруг. Они ему сказали, вот враг, вот и они идут убивать. А это глупость. Давайте человек проанализируем. Россия заходит, аннексирует Крым. Россия враг? Враг. Ну, так что же им еще анализировать? Вот они идут, начинается антитеррористическая операция. Они вступают в лавы сбройных сил Украины. Идут защищать свою землю. Что они не анализируют? Ну, с нашей точки зрения, они, конечно, враги. Так, где у вас хоть слово об этом есть? Ну, скажем так, я никого не обобщаю, чтобы писать, что Украина враги или Россия враги. Зачем? Зачем еще больше нагнетать обстановку? Я об этом не сказал. Я не хочу еще больше нагнетать обстановку. Вы еще лучше об этом выразились, чем я. Для вас Россия не враг. Исходя из всего того, вы утрируете. И очень даже хорошо утрируете. Это зритель решает. Мы не выкладываем эти видео целиком. И они, в общем-то... От чего, кроме как от бомбежек и обстрела украинской карательной группировки? Ага, да. Мне на суде как раз вы эту кололи глаза этой заметкой. Там где тут Порошенко, Порошенко радовался, что... Да, вам, да, при чем здесь Порошенко? Вы послушайте, что вы пишете. При чем здесь Порошенко? Вы послушайте, что вы пишете. Именно я пишу. Именно. Хорошо, давайте. Именно вы репостите это видео с Порошенко и пишете. Кроме как от бомбежек и обстрелов украинской карательной группировки, будут, по словам президента, прятаться в подвалах дети этих многострадальных регионов. Нет, ну мне такие фразы, кажется, и такой слог. Ну, просто... 19 марта 2022 года. Когда вы были задержаны? Ну, возможно, репост. Нет. Нет, это ваш пост. Не репоста. Ничего здесь абсолютно нет. Ну, я мог взять, кажется, из заметки этого и сделать себе репост. А, то, что вы могли скопировать, да, и вставить? Скопировать и вставить, потому что эти слова не... Они просто не в моей фразеологии. Но вы поймите, это ваша страница, и здесь это написано. Это мое отношение к Порошенко. Да, и это ваше отношение. Да, но только вот можно, конечно, говорить, обсуждать слова Порошенко, Зеленского, вообще кого угодно, и предлагать какую-то, может быть, альтернативу, или поддавать их конструктивной критике. Но вы пишете, кроме как от бомбежек и обстрелов украинской карательной группировки. Понимаете, у вас здесь... Вооруженные силы Украины — это карательная группировка. Вы хотя бы можете понять, что вас осудили не на ровном месте? Что это подлежит уголовной ответственности, да, с точки зрения уголовного... Возможно, мне понравилось, кажется, вонзились в память такие слова, поэтому я их и скопировал, скажем так, и вставил в эту заметку. Ну, ладно. Суть вашего обвинения ясна уже, и не просто ясна, а очевидна. Да, то есть за что вы здесь находитесь? Теперь, ну, мне, да, понятно. Я тут нахожусь за свое мнение, которое у меня, да, было в то время. Ваше мнение, то есть все-то, конечно, оно неплохо по поводу мнений. Демократия — это вообще прекрасно. Но есть вещи, которые четко регламентированы Уголовным кодексом, которые переступать нельзя, вы их переступили. Я не вижу, так что я. Вы можете, к сожалению, да. Вы можете не видеть. Мне важно, что я уже увидел. Мне важно, что мне есть что показать. Понятно, что человек не. Вот. Я думаю, если дальше идти по вашей странице. Вот, то будет понятно. Ну, да, это страница, понятно, которые были до войны. То есть. Вот Сергей Стрюшков, если хотите, можете сами найти. Свет, сила сжигает тьму, подпись. Живе у місті Львів. А семья? Семья? Я семьи не заводил, потому что его, мне кажется... К сожалению, так по жизни случилось, что я не зарабатываю огромные заработки, чтобы можно было содержать семью и не бояться за завтрашний день. Поэтому я семью не завел. У вас такие взгляды какие-то, огромные заработки. Я считаю, ну не огромные, я тоже тут утрирую, но я считаю, что если ты хочешь заводить семью, только миллионеры должен быть могут заводить. Очень ответственен за это, к этому подходить. Ну, а где вы работали, чем вы занимались?
Ну, в последнее время я где-то лет 10-11 работал в мереже магазинов, да, электромехаником. То есть технично видел. Вы по образованию электромеханик? Ну, скажем, электромеханик, да. Ну, по последнему образованию, да, был электриком, был, как говорится, ремонт лифтов и все, ну, так подымался, скажем так. Вы знаете, я бы не сказал, что, конечно, люди вашей профессии зарабатывают прям огромные деньги, но знаю многих людей вашей профессии, которые идут в том числе на частные фирмы и на частные какие-то стройки и прям хорошо зарабатывают. Вы знаете, к сожалению, в магазинах там заработки очень маленькие, а на стройке это нужно быть далеко от дома, это нужно ездить. А меня устраивала именно эта работа, потому что она была близко от дома и занимала только 20 минут приятной ходьбы. То есть вот такой вот вы человек, домашний, рядышком с домом, ну, работать, да, к сожалению. Особо не напрягаться, и при этом, ну, в общем-то, все нормально, но семью заводить я не буду, потому что зарабатываю я не огромные деньги. Да, потому что квартира у вас своя была? Нет, квартира мне досталась от родителей. Ну, какая, это же ваша квартира. Ну, можно сказать. Да, как Украина нам досталась, как вы говорите, она же наша, квартира тоже ваша. Ну, досталось. Ну, смотрите, все хорошо. Образование, работа, квартира. Ну, образование. Да, очень завидный жених, между прочим. Ну да, но я не хотел, чтобы, говорится, быть именно завидным женихом, чтобы, говорится, меня кто-то полюбил ради того, чтобы, говорится, я мог содержать семью, это ради вы, денег и все это остальное. Вы начали как раз с материальных благ. То есть вы сказали о том, что ввиду небольших заработков я не мог завести семью. И я как бы подвожу к тому, что нет, с точки зрения материальных как раз ценностей у вас все было в порядке. Да, мне хватало самому, потому что я, как ни странно, самодостаточен, то есть мне хватает и маленькие зарплаты. Но чтобы, говорится, и дети, и жена, это требует намного других вложений. Это требует, говорится, много и времени, и сил, и все остальное. Я просто не хотел уже так материально погружаться, чтобы уже совсем, кажется, отойти от тех интересов, которые вам, кажется, абсолютно чужды. Ну, то есть эзотерика, кажется, эзотерика вам чужда, поэтому вы, для вас эта информация абсолютно смешна. И вы над ней можете издеваться. Как то есть, или сказать, хотя бы смеяться. Я могу почитать, почему? Могу смеяться, могу вы, не смеяться. Что-то я могу найти себе интересным. Там, вы там для себя интереса ничего не найдете, потому что вы уже заранее настроены против такой информации. Если бы мы с вами встретились в какой-то праздной обстановке и начали говорить, обсуждать какие-то подобные вещи, то вполне вероятно, что при соответствующем настроении я бы с вами бы с удовольствием бы это все бы пообсуждал. Но как только я бы увидел у вас слова или услышал у вас слова о украинской карательной группировке, поверьте, на этом бы наш разговор бы с вами бы закончился. Ну вот видите, вы, кажется, только увидите то, что вам не нравится, и все. Хотя я тоже много вижу, чего мне не нравится, но я продолжаю, кажется, искать, я продолжаю думать, я продолжаю размышлять, поэтому я нахожу больше, чем есть вещи, слова, которые мне не нравятся, а есть вещи, которые оскорбляют страну, государства, воинов. И я не могу это вот так вот просто, знаете, праздно сидеть и выслушивать. В этой жизни много чего, говорится, оскорбляет и нас, и вас, и меня, и я к этому отношусь адекватно. Потому что я считаю, что меня оскорбить невозможно. Да, я так и понял. Вашу страну ракетами бросают, убивают людей, женщин, детей, а для вас все нормально, виноват Порошенко. Ну, вы видите, вы опять утрируете все. Ну, упрощаю. Ну да, вы упрощаете только все наоборот. Вы переставляете кверх головой. Это пусть зритель решает. Переставляю или не переставляю, утрирую или не утрирую. Если утрирую, то конкретно что. Значит, разговор о вашей бытовой истории мы продолжать я не вижу смысла, потому что сейчас перейдет, да, в какие-то такие совсем уже банальные вещи. Опять-таки, тут все поняли, да, чем вы занимались, как вы жили. И дальше мне хотелось бы, вы очень часто использовали слова русский, русские, славяне. Мне хотелось бы услышать ваш взгляд на историю. На историю? Да. На историю чего? Украина-Руси? Пусть будет Украина-Руси. Вы Грушевского сейчас вспоминаете? Ну, потому что и его как раз проявили. Нет, у меня нет такого, ну, образования историка, чтобы я мог на эту тему дискутировать. Хорошо, тогда вопросы совсем простые. Буряты, которые идут в Украину убивать людей, они славяне? Нет, наверное. Конечно, даже нет. Да, давайте подумаем теперь. Вы говорите, стравливают славян.
А буряти йдуть убивати славян, тому що так їм приказав Путін. Це як взагалі зрозуміти? Ну, тому що їм приказав Путін, тому вони... Так, може бути, вопрос не в славянах? Може бути, вопрос в одному маньяке, який посилає в чужу країну людей вбивати? Ну, я думаю, маньяків намного більше. І особливо ваша любима Америка. Ми можемо опять-таки вернути... Меркель? Ні, я кажу, ваша любима Америка, маньяків намного більше. Америки? А, послышалось, Меркель, думав. Я не знаю, мы, Америка, покажите мне, где Америка убила украинца, или покажите мне, где Америка забрала, ну, часть, знаете, территории. Можно исподволь убивать чужими руками. Исподволь? Ну, исподволь. Расскажите, как исподволь. Можно стоять за спиной, можно, говорится, как кукловод, который управляет, да, марионетками. Да. Можно и так убивать. Давайте, расскажите об этом, как они это делают. Ну, вам это смешно, видите, вы даже... Да мне это не смешно, просто все коллаборанты и все люди с болезнью русского мира в голове мыслят абсолютно одинаково. Вы отвергаете вещи абсолютно очевидные, да? Ну, я думаю, и верите в вещи, которые абсолютно не очевидны, их даже объяснить толком не можете. Вот как вы мыслите. Ну, я вам говорю, вы начали про славян, я вам говорю, буряты, конкретная вещь, буряты идут в Украину, убивают как раз славян. Да? То есть не славяне славян, а буряты славян убивают. Потому что им приказал один шизофреник или маньяк. И вы бац, и спрыгнули на Америку. Я вам задаю следующий вопрос. Покажите мне, где Америка убила украинцев, забрала землю. Вы начинаете какие-то из-под тяжка. Ну, объясните мне свое из-под тяжка. Ну да, вы приводите очень легкие примеры. Поэтому мне, говорится, объяснить то, что, говорится, есть, говорится, в политике такие, говорится, манипуляции. Манипуляции странами, народами. Знаете, манипуляции, они, конечно, есть. Но вот смысл... того, о чем вы говорите, очень просто. И как, того, как вы мыслите, вот мне важно это показать. Нет, ну, вам, да, очень легко меня, кажется. Я вам очевидные вещи привожу, да. Вы все время из очевидных, из убийства своих сограждан. Вам легче приводить пример, потому что вы журналист. Поэтому, кажется, мы с вами не находимся на одном уровне. А я с вами не соглашусь. Вы по своему образованию находитесь намного выше меня, поэтому вам очень легко из меня делать клоун. У меня высшее юридическое образование, оно не имеет никакого. Тем более. А у меня не выше, у меня 8 классов образования. Я один, а таких, как вы, очень много. И мыслите вы все очень по-разному. То есть у каждого своя какая-то в голове концепция, на основании которой вы сюда попали, ну и вот, собственно, писали или делали то, что вы делали. Поэтому не так уж мне и просто, на самом-то деле, вникать и пытаться понять каждого. Ну, даже если с вашим уровнем образования, то я даже не знаю, как мне вникать во что-то, когда я, говорится, вообще образования высшего не имею. Тут бы потребовалось еще психологическое и историческое образование для того, чтобы совсем все было нормально. Ну да, для этого нужно будет 7 пядей во лбу. Чтобы столько места. Ладно, я благодарю вас за общение. На обмен вы все равно не хотите? Нет, я не сошел с ума. Да. Хотя... Хотя да. Что? Со стороны может казаться все что угодно. Тот, кто думает по-другому, то да, они все сумасшедшие. Я не говорю о том, что... У кого мышление не совпадает с вашим, то они все сумасшедшие. Да нет, причем я же вас, ну, не назвал сумасшедшим. Ну, хотя, ну, окей, подумаем, ладно, да. Субъективно, я так думаю. Да, я думаю, что у вас там какая-то сказка живет в голове, но почему вы вот мыслите так, как вы мыслите. Ну, я откровенен своим. Я благодарю вас за общение. Да, не за что. Да. Удачи. Да, вы зі мною спілкуйтесь. Не треба вам та камера, йдіть сюди. А куди це все буде? Я вам зараз все об'ясню. На ТВ буде, хоч ні? Смотрите, без, ну, вашого разрешения нигде нічого не буде. Нежелательно, лучше, поэтому... щоб мене видели. На ТВ нет. В Ютубі, ну, у меня, построили... на моєму каналі. А зачем это? Это для кого? Вы на обмен писали? Каких? Да, я писал на обмен. Хотите на обмен? Это, ну, вот, желательно, да. Ну, а чтобы вот это российская делать? Сторона посмотрела и забрала вас к себе. А вы попутно на этом видео должны... Желательно, ну, в это ваших интересах, объяснить, почему они вас должны забрать, почему вы для них свой. Вот такой вот контекст разговора. Ну, я живу тут, в Донецкой области живу. Хорошо. Как бы... Нет, как давайте, это же будет разговор ради разговора.
Это не интересует. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Нежелательно бы, конечно. Да или нет, смотрите. Ну, смотря... Ну, еще раз. Для кого и... Да, это в Ютубе. Кто хочет, тот и смотрит, а кто не хочет... А, по желанию? Ну, конечно. Даже не знаю. 50 на 50. Выбор. Ну, вас никто не заставляет точно этого делать. Это вы, если хотите, можете делать. Хотите, можете не делать. Без Ютуба тогда лучше. Так. Да без Ютуба они не сильно интересны. Давайте в двух словах вообще. Шо, да. За что вас осудили? Меня осудили... Ну, по-любому, оно тут записывается, да? Оно записывается, но я знаю, публиковать без вашего разрешения. Я знаю, что записывается. Не буду. Конечно, знаете, что скрываю. Ну, я же вижу. Ну. Меня осудили как бы, ну, за то, что я написал знакомому из Донецка, якобы, где находятся военные. Ну, писали или не писали? Я писал, да. То есть там, две смс-ки и все. Ну, вы надо выдано, дальше что? И больше ничего такого я не писал. Ну, все. Сколько и зато это мне, там мне 13 лет дали. Значит, прилетело что-то туда, где вы сливали? Не, по факту, когда началось разбирательство, у меня ничего, нету. Материальный избыток есть? Материальный ущерб есть? Нету вообще. Убитых. Не инкриминируется? Ничего вообще нету. Ну вы как? Вы корректировщик? Кто вы? Нет, да я обычный какие там корректировщик. Я не военный, я обычный. Сколько объектов вы передали местонахождение? Три объекта. Три объекта? Что это за объект? Ну, это... Там, где находились... плюс-минус я как бы... не точно говорил, это там медучилище, потом на станции там какое-то набросено и больница бы не все там было. Ну а теперь смотрите, взгляд со стороны. Пострадавших нет, ущерба нет, плюс-минус, не знаю. Ну локации они не знают. Ну я думаю, да, потому что у них свои есть, Теперь смотрите со стороны. Очень сложно случайно взять и передать локации таких объектов. Как бы просто дроны потом... у них есть, они сами знают. Если да понимаю надо, я ну, это. Без моей даже, для помощи, там же тоже. Да ну, понимаю я это. Не идиоты. То, что вы делаете, это нельзя делать. Нельзя. То, что вы сделали. Ну вот и все. А 13 лет вам дали? Да. Ну я год, такой. Я год уже почти отсидел. Хорошо. Чей Крым? Не знаю, не могу ничего сказать за Крым. Как вы относитесь к российской агрессии? Как сказать, не знаю вообще. Как скажите, как бы вы в камере сказали, там на ухо кому-то, так и мне скажите. Конечно, да, что они тут влезли, это посторонние люди. Могли бы, если честно, разобраться. Между собой, Луганск, с Киевом и Донецком. Сами по себе как бы. Я считаю так. Думаю. Как вы относитесь к российской агрессии, к тому, что обстреливают Украину? Даже я не знаю, не могу сказать, как бы. Как вы относитесь к тому, что ракета сейчас возьмет и прилетит в учреждение, в котором вы находитесь? И у вас лично? Как вы думаете, это возможно? Я думаю, да, конечно. Да. А что невозможно? Она же летит во всю Украину, правильно? Может и сюда прилететь. Куда угодно. Возможно, конечно. Где бы там я ни находился, она может прилететь. То есть тут ничего конкретного. Но как вы к этому относитесь? Плохо, конечно. Плохо. Тут же что, люди все-таки, да. То есть надо подвести аж к вам лично, да, чтобы вы поняли, что это плохо. Плохо. Да. То есть если там вас бы убило, да, случайно там, в какую-то секунду, это было бы плохо. А то, что она по всей Украине прилетает уже почти 2 года, это как бы вы не можете ответить. Даже не знаю, как ответить вообще. Семья есть у вас? Нету семьи. Вы сами жили? Где вы жили? Не, я с мамой жил. Вы Ятровский? Владимир Степанович. Владимир Степанович. Дата рождения? 80-й год. О, эти одногодки еще. 43 года у меня. Это... Вы на год старше меня почти. Откуда вы? Какой город?
Город Тулиман, это Донецкая это область. Угу. Жили вы где? Ну, я приехал как, ну, беженец я сюда, я тут для с мая месяца, еще того года. Вы приехали как беженец в Львовскую область? Да. И после этого передали объекты, которые там находятся? Написал я уже здесь, это уже здесь, да. А вас что, тут что, не приняли как-то в Львовской области? Тут издевались над вами, что-то тут плохое отношение? Не, ну приняли, что, ну, это что нормально мне здесь, ну, это как беженец. Что вам предоставили? Как беженцу? Жилье нам, ну как жилье, то есть жили то в школе мы жили, ну правда ну, человек, ну где-то 5-6 мы человек. Да. Еду нам то давали один раз в месяц, ну, нам давали. Сухпайки вам давали? Ну, ну крупы вам. Какие-то да, всякие, да. Да, давали. Ну, там раз в месяц, по-моему. Но. Ну, конечно, не платили мы ни за что, ну как бы ни за свет, ни за раз. И оформили вот это, что ну, помощь дают. Там 2000, по-моему, на человека сейчас, а на ребенка, по-моему, или 3000 там. То есть вы приехали с Донецкой области сюда, убежали от войны, ну, да, убежали от российского вторжения. Я с мамой вообще-то приехал. С мамой. Вам дали жилье, вам дали какие-то крупы и все такое прочее, оформили помощь финансовую, вы ни за что не платили. Вас кто-то притеснял, может быть, здесь за то, что вы на русском разговариваете? Было такое, да. Ну, в магазине мы жили, ну, все лето. А, ну, давайте рассказывайте. Ну, там табличка у них такая висит. Да, какая табличка? Написано, ну, вот, что размовляют этики. Размовляют и державную мову? Да. Да. Добре. Ну, не все, конечно, люди, ну, то жаловались, что, типа, так и так, как это, ну, типа, что нельзя. Как это так, да, мы из Донецкой области здесь приехали, не, да? Как Россия напала, как раз таки под лозунгом защиты русскоязычных убивают украинских детей, а нас тут просят во Львове, видите ли, спілкуватися державною мовою. Отже ж, да, слов нет, понимаете, слов нет вообще. Ай-яй-яй, какие же люди нехорошие. Поселили... Медпомощь дали, за это то спасибо, жрать конечно. Дали, ни за что не платите, не спорю, и вас тут просят украинскую мову. А это же невозможно, да, зайти в магазин, сказать «добрый день» и молча рассчитаться на кассе. Не, ну я привык просто так говорить. Я могу, ну, привык. Я по-украински могу, в принципе, доказать. Мне, ну, я привык так жить. Что вас напрягло? Я пришел, кажу там, ну, «добрый день» там и все. А некоторые... А можно вообще ничего не говорить? Можно вообще не говорить. Это зависит от человека. Не, ну там, конечно, очень может быть возникнуть одна сложность непреодолимого характера. Вам пакет треба? А, ну я понял. Это шутка такая. Да это единственное, что я придумал, что вас может спросить продавец. А, чи у вас есть картка якогось там певного магазина? Ну, обычно теж, да, спрашивают, теж, да, бы відповісти, есть карта, що вона є, чи либо ні, картка, нема. Либо, ну, ну, наличкой, да. Я наличкой, ну, хоча обычно. Да. Картка чи готівка? Да. Готівка. Можна вивчити слово готівка? Можна, готівка. Да. То есть, ну, понимаете, ви приїхали от сюди, вам дали жилье безоплатное, вам дали медпомощь, вам дают какие-то сухпайки. Вы даже можете пойти куда-нибудь на работу устроиться, в общем-то, еще плюс себе зарабатывать. Вы убежали от войны. От войны, а у меня дело в том, что это мама инвалид. И я бы не убежал, я бы жил бы там. Понятно. Я не боюсь, ну, что там мама, стреляли. Ну так мама. Я все видел. Эти К-52, эти самолеты, эти танки, я это все перевидел. И летало там бы такое, что, ну, что валюта, ну, дыхает. Ну да, вот, ну, я мама, с ней уехал. Маму-то вашу же. Маму-то я пожалел. А... Видите как. Вот. И вроде бы все дали, вроде бы все предоставили. Только зайди в магазин, выучи несколько слов и не говори на языке агрессора. Потому что агрессор развязал эту войну под видом защиты якобы этого языка. Вроде все просто. И все равно оказываются люди, которые вот сюда приехали. И чем-то вот они недовольны. Как так можно? Ну, это же свинство. Я согласен. Согласен. Зачем Россия это все делает?
В каких целях? Не да. знаю, может, им-то выгодно это делать. Да им, конечно, выгодно, если бы они, иначе бы они не делали. Ну, как сказать? Может, она думает, что на Украине типа хотят ну, поставить типа, базы натовские. Да, я всего. Вам говорил про ударения. Да. Скорее всего, вы так. Говорили, украинские, да? Я вам говорил украинские. Да. А теперь еще на Украине. Не надо говорить на Украине. Вам 12 лет еще в Украине находиться. 12. Я знаю, что это у нас есть. Если вас на обмен не заберут, то я бы вам рекомендовал выучить, как правильно. Да если я тут еще выживу. Ну и вас тут не сильно любят, правда? Конечно. Логично. Логично. Не сильно. Не сильно, да. Поэтому говорить правильно в Украине, а еще ну, бажано намагатись хоча б говорити українською мовою, це якби в ваших інтересах, бачите? Я знаю. Бачите. Бо ж ви в Україні? На даний момент, да. Да. Заберуть вас, як ви думаєте, в Росію на обмін? Ну, 50 на 50. 50 на 50. У вас все як-то 50 на 50. Ну, ладно. Я просто маю на увазі, що якщо ви тут зараз утримуєтесь, да, потім ви вийдете і такий російською мовою на Україні і так далі. І ні за кого ж не можна ручатися, розумієте? За реакцію людей. Ну так, да, тут реакція, звісно, так. Да. Може бути різна. Та я не сумніваюся. То ви вже якось попрацюєте над собою. Щоб було в Україні. І українська мова, а не українська. Бачите? Так все. Але як хочете. Це ваш вибір. Це я так просто раджу. Хочете від себе щось додати? Ні, нічого не. Це я можу йти, так? Так, да, може, о, бачите, вже краще. На випуск буде, так? А? На випуск. Ну я ж вас спитав, чи можна? Можна. Все, можна. На YouTube, так? На YouTube. На YouTube. Добре.